Новопризначений очільник міського штабу допомоги військовослужбовцям, перший заступник міського голови Олександр Фіщенко днями повернувся зі сходу України. Туди він відправився з гуманітарним вантажем. Передача допомоги відбулася в Артемівську. Були поставлені необхідні і пошиті по заказаним розмірам комплекти теплої одежди, комплекти теплого белья, зимняя обувь, также резиновая обувь, которая необходима там. Особое внимание было уделено приобретению и доставке бензиновых, дизельных генераторов, необходимых комплектующих, масла для того, чтобы они могли функционировать. Также были доставлены пилы и комплекты резины с шинами, которые необходимы для большой техники, тяжелой техники и работы в тех условиях. Непосредственно было осуществлено также передача воды, аккумуляторов, дистиллированной воды. Была передача средств индивидуальной гигиены, частично табачных изделий. То, что было запрошено командиром 40-го батальона. Помимо этого, мы уже получили дополнительные заявки от руководства. Есть острая необходимость приобретения мотопомп, резиновой обуви и других средств, которые важны нашим ребятам на местах. Также проводилась работа по вывозу раненых бойцов подразделений, которые доставлены в город Кривой Рог. Буквально на следующий день после возвращения к нам обратились представители 25-й бригады, и из наших резервных мы смогли выделить один резервный дизель-генератор, который передан. Допомагают військовослужбовцям и промысловые предприятия та благодійні фонды. Была оказана финансовая помощь руководством ArcelorMittal, за что хочу поблагодарить их за то, что они прониклись проблематикой и оказывают помощь. Хочу отдельно поблагодарить руководство благотворительного международного фонда «ЩИТ-2014» Иваненко Владимира Васильевича, Старицына Виталия Викторовича, которые, не щадя своего времени, буквально в прямом смысле слова, принимали участие в организации пошива одежды, которая была передана туда. С Александром Витальевичем мы вывозили туда гуманитарную помощь и непосредственно общались с командиром бригады, то есть он показывал, рассказывал, объяснял, как все как бы происходит, как построена там оборона и так далее. То есть присутствовал, он был при этом, передавал гуманитарную помощь, и мы вместе с ним все эти вопросы организовывали. Користуючись нагодою, ми поцікавилися у Олександра Фіщенка розвитком подій кількаденної давнини. Нагадаємо, на вимоги пікетувальників він отримав повістку військкомат прямо в приміщенні виконкому міськради, де розташувався мобілізаційний пункт. Слово дотримав, на відміну від натхненника пікету Владислава Штефана, у якого далі слів не пішло. Я пройшов медицинську комісію, залишилося ще предоставити ряд документів. Там же я зустрів полковника Сіньковського, у якого знаходиться штаб, и он организует работу помощи военнослужащим, лиц, которые призывали меня получить повестку, это и активисты, которые себя называют Владислав Штефан и другие, я там не видел. По неизвестным мне причинам. Я бы посоветовал прекратить вот эти все непонятные вот эти митинги или бунты. Я бы предложил им всем объединяться и работать на тех людей, всем работать, на тех людей, которые сейчас находятся на позициях. Не надо бунтовать, бастовать и так далее. Там люди под градами, под ураганами, там люди гибнут каждый день, раненые практически каждый день. И мы тут себе позволяем вот эти непонятно что. Що ж до міського штабу, то його робота продовжується. Безпосередньо на місці в зоні АТО були вислухані побажання щодо наступного гуманітарного вантажу.